Знаешь сказку про мышь, льва и колючку? Да. Делай выводы. Если опять встретим того примата. Ты в курсе, что в конце сказки мышь и лев подружились, когда она вынула колючку из его лапы? Ты это знаешь? Нифига. Мышь убила льва колючкой. Кто тебе ее рассказал? Моя мама. Да, это многое объясняет. Ну все, парни, пора идти.